Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 623. События дня. Притча Соломона, 30, глава 6 стих. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Вчера с утра богослужение, литургия. Поступило известие, что умерла Чернявская Александра Ивановна. Батюшка объявил, что он уезжает на похороны в Барнаул. Что-то он искал, кто там из певцов поедет. У нас было приглашение из соседнего села Урывки, километров 10 от нас в сторону Шарщина. Шерстобитов Геннадий Павлович, пчеловод, чтобы поснимать у него. Мы съездили, Алексей повез, Владимир Пащенко, Никита Колесников с нами же поехали. И Алексей Устинов повез на своей машине. Туда поехали такой дорогой непротаренной, доехали. А оттуда по другой дороге быстро. У них пообедали, они не отпустили без обеда. Мед. У него где-то 66, кажется, колодок ульев. Это потом будет. Все снимали. Даже получилось два ролика. Вот занятий не было. Думаем, только на сегодня успение Божией Матери объявить, чтобы занятия были. И вот пишет. И уехала Марина ночью в 5 утра. Марина Сергеева с сыном Колей. Сергей Пупков повез в город, чтобы там быть в общине. И отправить их домой. Владимир Овлах. Спасибо, что вы нашли время мне написать. Очень много узнал об истинном православии на ваших ресурсах. Сайте «Во свете Библии» на видеоканале «Спаси Христос». Мир вам, Игнатий Тихонович. Есть ли возможность приобрести ваше издание «Трехтомник Нового Завета» с толкованием блаженного Феофилакта? И как это сделать? Ну, я всем отвечаю этот запрос. Повторите после 10 октября 2017 года, потому что я не в Барнауле, и там посылать кого-то, писать, это намного труднее и запутаннее. Там я дам все данные, куда перечислить деньги и прочее. Владимир Демченко, от Марка 13:27. «И когда он пошлет ангелов, тогда своих, и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба». Доброе утро, Игнатий Тихонович. Занимаюсь с детьми по вашему изданию толкового Евангелия. То есть вот он нынче приезжал. Крещение было у него. И дочка задала вопрос. Кто такие избранные? Это и живые, и умершие, или только живые? Да, живые и умершие ветхозаветные, которые Господь избрал. Избрал, как сказать, Бог избирает, это его спрашивать надо. Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. А также люди, которые будут живые на момент пришествия, они должны будут умереть, чтобы воскреснуть, или они пойдут на суд и на вечную жизнь, не вкусив смерти. Слышал также, что вы составили около 100 вопросов, которые необходимо разобрать с детьми. Не могли бы вы мне их все выслать? Ну, в первую очередь, два места писания. Ответ. 1 Фессалоникийцам 4:17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будет». То есть смерти у них не будет. И 1 Коринфянам 15:52. «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». То есть изменится, человек будет другой природы. Ну, о смерти здесь нигде не говорится, что они в пришествии Христа должны умереть. Нет этого. И около 100 вопросов я составил. Не знаю, чтобы так сгруппировать это. Отдельно у меня нету вопросов.
Естественно, были в книгах. Может быть, кто-то это уже подсчитал. Некоторые ведут там статистику и прочее. Что-то я могу сам дать. Вот. Это по интернету что пришло. Вопрос. Вот, допустим, вчера мы ехали дорогой-то. Я говорю, вот говорим, да светится имя твое. Имя. Ну, согласна. Ну, конечно, согласна. И считает Алексей, живущий под кровом Всевышнего, призывает имя мое. Имя. Я говорю, а какое имя? А имя-то как раз и нету. Как так тогда? А вот и не знаю. Нету. Допустим, я открываю Яхве или Иегова, перевод с английского. У Бога в Святой Библии около 500 имен. Но когда Бога спрашивали святые, Он всем отвечал, что имя Его Иегова. И скрывать Божье имя – преступление. И вот дальше я привожу места Писания, коротко показать их. Ни одно, ни два. И везде говорится, что спрашивал ли Его, как звать, Он отвечает – Иегова. Вот оно как. А Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова, имя Его. А это было сделано в православии в течение 2000 лет. Вот я и делаю упор, чтобы раскрыть сокрытое. Это имя Божие Иегова, Яхве, Ягве, было заменено на Адонай, или по-нашему Господь. И это имя в оригинале Святой Библии встречается более 7000 раз. Так что не я тут наведу, а туман напустивший. В моих книгах «Открытым оком» в 33 томах у меня имя Иегова встречается 2944 раза. Из них только в моих стихах, 3467 стихах-то, встречается 936 раз. Миллионочасовые стояния в храмах, и буквально нигде не слышится за богослужениями имя Бога Иеговы. Ни в канонах, ни в акафистах, ни в молитвах за живых, ни за упокойных. Ни в утренних, ни в вечерних молитвах. Но считаем, да светится имя Твое, а имени-то и не знает. Нонсенс! И слово «имя» по отношению к Богу встречается везде в молитвах, и ни разу нет самого имени. Как же можно так омертветь, ослепнуть, чтобы даже вопросы подобные себе не ставить? Считается книга Святой Библии, Псалтырь, и по живым, и по умершим, и в богослужениях. И слово «имя» встречается в разных падежах, только в этой святой книге Псалтырь 103 раза. Как, например, «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» Псалом 21:23. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». А где же само имя Божие? 103 раза скрыли только псалтыри. Оказывается, что в оригинале, в псалтыре, это имя Божие упоминается 702 раза под словом «Господь». Так при чем же тут свидетели Иеговы? А вот уж так дошло, что имя Божие ассоциируется сразу же с этой сектой. Но уж никак не с православными, ни с католиками, ни с иными, где имя Божие намертво сокрыли. Ну не люди же сами это сделали-то, кто-то же надел им власеницу на голову. Вот я и делаю упор, чтобы раскрыть сокрытое. Это имя Божие Иегова, Яхве, Ягве было заменено на Адонай, или по-нашему Господь. Вот здесь несколько мест Писания. Вот такие дела. Ну и можем показать наши ресурсы. Это вот мой мир, где я в шапке. Тут можно переписываться, писать. Тут уже... Да. И наш форум. 1600 тем. Очень богато и подробно описано. Легко искать. И канал «Во свете Библии. Открытым оком». Сейчас вот я его обновлю. Вот уже посмотрели. По 8. В депутаты я пошел. Пусть меня научат. 34 раза за 23 минуты. Это самое большое. Коснулось как-то. Поставил сегодня 7 роликов, потому что большие все. Ну, даже сказать, прослушать на сегодняшний день сколько? 20 и 13. 33.
33, 40, 50. Час, 3 минуты, 41. Ну, больше, в общем, час 40. Вот только в этих роликах. Ну, так что нужно показать еще ресурс такой. Это «Во свете Библии», православный библейский сайт. Вот из него я беру, из 9 пункта «Война», разбита на 55 папок. Вот о войне. Сейчас я специально сюда. Вот. Вот еще несколько вопросов. Вопрос 1157, третий том «Открытым оком». Зачем красные хотели завоевать весь мир? Железной рукой загоним человечество к счастью. Из кинофильма «Соловецкая власть». Ответ. Красные – выкормыши красного дракона, упившиеся кровью святых мучеников. Они загоняли железной рукой и уграбляли достижения столетия России. Самое лучшее, что было в ней, не для счастья этих людей, которых убивали, а для того, чтобы оставшиеся, сделавшиеся манкуртами, запуганные и задавленные, служили рабами для счастья этих палачей. А эти изверги счастье свое понимали только в дикой вакханалии, потворствовали своим низменным страстям. Как говорит Александр Солженицын, что хваленая Ленинская гвардия, попав в сталинские застенки, вела себя самым позорным образом, уговаривая друг друга, себя оговаривая. Они утопали в собственной моче и блевотине. Их всеотвратный лик – лучшее доказательство того, что ни о каком счастье они и не помышляли. Счастье не может быть у дьявола, они самые безумные люди, ибо отрицали существование самого Бога. Иоанн Златоуст называет их безумнейшими из безумных. Вот надо просто знать, где и когда. Псалом 13.1. «И сказал безумие в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро». Псалом 52.2. «И сказал безумие в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро». 2 Петра 2.19. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Иоанна 8.36. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Псалом 36.35-36. «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Нет Сталина, нету изверга, и на каждой рельсе умолк хвалебный гимн и надписи на рельсах». Я писал, все исчезло, и Сталинград, и другой город уже называется. Вот и все. Ну, на сегодня, пожалуй, хватит.